Никто не хочет со мной тусить. Что случилось, дружище? Ты не видишь? Я становлюсь серым. Я не знаю, что делать. Просто уйди, не хочу, чтобы ты видел меня таким. Нужно идти, вдруг я тоже стану серым. С моей кожей все хорошо. Ты в порядке, приятель? Воу-воу, погоди. Это я, Фиолетовый. Ты меня не узнаешь? Это и правда ты? Да, слушай. Красный все еще пытается найти решение. Я точно знаю, что нужно делать. Я вытяну из вас все цвета. Я вообще ничего не почувствовал. Он за это заплатит. Думаю, это поможет. Окей. Дай его мне. Больно. Я становлюсь все серее. Боже, я должен что-то сделать. Ты ничего не можешь сделать. Серьезно. Смотри. О, нет. Он тоже поглощен. Кто-нибудь на помощь. Надо найти секретную лабораторию. А? Стоп, это же... Серьезно? Это, по-вашему, секретное? Со всеми этими ДНК я смогу творить невероятные вещи! Так это был ты! Чего тебе, пацан? Верни все, что ты забрал у моих друзей! Ты, наверное, шутишь! Черт, что же мне делать? Посмотрите на них! Верни им их ДНК! Что? Положи немедленно! Положить это? Да! Держи! Зачем ты это сделал? Нет! Не стоило обижать моих друзей! Чёртов мальчишка! Как ты меня достал? Мы снова чувствуем себя живыми! Не смей трогать их никогда! Неважно! Ты никуда не пойдёшь! Вы лучшие! Как же я устал! Стойте! Нет! Посмотри на себя! Пора навести красоту! Моя очередь! Боже! Что они со мной сделали? Я знаю, что ты сделал! Ты меня не поймаешь! Ты связался не с тем мальчиком! Где эти детишки? Приготовься! Что они замышляют? Я тут! Нашел! Меня достали эти хулиганы! Давай! Теперь-то я вас... Кажется, у меня шея сломана! Что за... Вот черт! Они издеваются с моими подопытными! Что мне делать? О, я нашел идеальное решение! У меня победила какая-то Давай, мюзга. У тебя много работы! И ты, мальчик мой, я дам тебе силы. Тебе тоже достанется. Что происходит? Я не могу это контролировать, я в ярости. О да, пора преподать этим грубиянам урок. Они даже свои работы не могут нормально сделать. Соскучились? Что, весело тебе теперь? Подожди, мы же просто пошутили. Становится действительно весело. Съели, шпана? Никто не смеет издеваться над моими подопытными. А? Что вы делаете? На что ты пялишься? Привет, ребята. Вы должны быть мне благодарны. Убирайся отсюда, старикашка. О, нет! Они восстали против меня! На-на-на-на. Что за фигня? А где все? Куда все подевались? Что это за черная жижа? О, нет! Это же... Мы полны ярости! Все хорошо, ребята! Я могу обратить этот эффект! О, нет! Они же его побьют! На них совсем не похоже! Я должен вмешаться! Готов ощутить боль? Вот антидот! Получайте! Что-то меняется! Я не понимаю! Мы в порядке! Я умер? Ты в безопасности, приятель! О, спасибо! Я так скучаю по брату! Они забрали его! И больше я его не видел! Но он обратился к темной стороне. Привет, Синий. О, привет, дружище, как дела? Давай поиграем. О, я бы с удовольствием, но мне надо кое-что сделать. Забудь. Ай, что это за звук? О, нет, он ранен.
Я должен что-то сделать. Я его починю. А, я почти закончил. И последняя деталь. Так, надеюсь, это сработает. А, что? Где я? Я так голоден. Привет. На ужин сегодня ты. Святые макарошки. Пока-пока. Я совершил ошибку. О, нет. Где же ты? Можешь бежать, но тебе не спрятаться. О, черт. Я тебя найду. А? А, он ушел. Что за... О, нет, я спас не того. Попался? А ну вернись. Ты мой. А? Мой десерт. Нет. А? Мне так грустно. Я скучаю. Брат! Брат? Что? Не могу поверить, это правда. Что? Я так скучал. Я тоже. Наконец-то мы вместе. Ура! Ауч. Что за... Иди сюда. Вау. С тобой ничего не случится. Мне так жаль. Ничего страшного, все окей. Спасибо. Время селфи. Тут так холодно. А? Синий хочет поиграть. О, нет, он идиот. Кто это сюда кинул? А? Тебе надо это увидеть. О чем это он? Я слышу шаги. Пресвятая Богородица. Посмотрите на него. Не хочу ему попасться. Иди со мной. Вау. Я чую ваши цвета. Он ушел, кажется. Похоже на то. Я в ужасе, я теряю своих друзей. Ты посмотри на них. Все началось с экспериментов Красного. Все почти готово. Мои творения принесут невероятные результаты. Эврика! Только посмотрите на эту идеальную форму. Узрите мою гениальность! Как и предполагалось, не могу поверить! Я создал идеального... Что? Что это значит? Опасность? О нет! Эксперимент! Но где пирамида? И как мне вообще это есть? А? Ты взял мою пирамиду! Я просто... Господи! Чуть не упала! Будем надеяться, что это сработает. Что происходит? Я ничего не вижу. Чем это пахнет? А? Что это? Я чую цвет. Что это? А? Свежая цветастая кожа! Отстань от меня! Нет! О нет! Он напал на него! Бедный мне зеленый! Мне нужны цвета! Не трогай меня, приятель! Что там творится? Цвета! Да что с ним такое? Он какой-то странный! Что мне? О, черт! Объедение! Если хочешь жить, беги! Что такое? Давай за мной, они уже близко! Я чувствую цвет! Какой кошмар! Вот это скорость! Но ее недостаточно! Нет! Что с моей кожей? Не трогайте меня! Умоляю! Вот что произошло. Меня кто-то звал? Он здесь! Господи! Беги изо всех сил! О, нет! Не стой столбом! Нам надо отсюда выбираться! Что? Осторожно, не прикасайся! А теперь что? Бежим! Где выход? Я не знаю! Я знаю, как нам выиграть время! Давай, залезай! Что? Нет! Они обратили синего! О, нет! Нужно спрятаться! Ну же! Что за... Тут столько краски! Тут нет места, надо поторопиться! Давай!
Успел. Фух. А? Что происходит? Я снова чувствую себя живым. Я что, только что их спас? Оу! Эй, ребята, вот краска! Держи, помоги сделаем мне! Сделаем это! Во имя радужной силы! Вперед! Мы справились, ребята! Ты спас нас, дружище! Не могу дотянуться! Что случилось, Фиолетовый? Нужна помощь? Держи! О, огромное спасибо, игрок! Да не за что! Боже мой! Зеленый сейчас упадет! Остановись! А? Ты спасла меня! Давай просто выкинем это! Спасибо тебе! Ты всегда такая заботливая! А? Что еще? Ненавижу эту пуговицу! Она меня расстраивает! Синий, ты в порядке? Все дело в моем глазе. Смотри, у меня для тебя кое-что есть. О, вы только посмотрите, лучший подарок в моей жизни. Теперь я чувствую себя королем. Ты лучшая, ты сделала мой день. Моя задача выполнена. До встречи, господи. Прекрати приставать к моим лабораторным крысам. Будешь сидеть здесь, пока не усвоишь урок. А? Что тут происходит? Вау! Ха-ха-ха-ха! Вы оба нуждаетесь в перевоспитании! Что он хочет с нами сделать? Теперь вы станете моими лабораторными крысами! Ха-ха-ха-ха-ха! Привет, ребята! Лучше отпусти моих друзей! Сейчас же! Хорошо, сейчас! О, нет! Боже мой! Господи, боже, мы сейчас умрем! У меня есть ключ! Это было близко! Ей! Ты заслуживаешь наказания! Нет, ребята, это ничего не изменит! Отпустите его! Было близко. Друзья навсегда! Ненавижу! Кажется, мне нужен врач. А, тут кто-нибудь есть? Пожалуйста, мне не по себе. Алло? Да где все? О, смотрите, ключ! Интересно, куда ведет эта дверь? Открывайся! Серьезно, еще одна дверь? Вау! Что происходит? Что это за фигня? Кто здесь? Пресвятые макарошки! Мне показалось, я что-то слышал. Он ушел? Мне лучше убираться отсюда. Что ты за... Ты пришел, игрок. Я ничего не видел. Дверь с глазами? Это безумие! Иди сюда! Просто отстань от меня. У меня ничего нет. Шкаф, вперед! А, где он может быть? О, черт, этот тип такой страшный. А, он ушел. О, черт, побери! Да оставь ты меня в покое! Наконец-то я спасен. Кто здесь? Ох, здесь полно монстров. Секундочку. Золотой замок? Интересно, что там? Боже мой! Видимо, он слепой. Нужно поторопиться. Иди сюда. Понятно. Нужно просто ввести комбинацию. Сейчас или никогда. И готово. О, черт! А? Я облажался. Святые фрикадельки! Он идет за мной! Черт, было близко. Что это? Прости, дружок, я не хотел на тебя наступать. Пока. Ого, тут так много дверей. Что происходит? Что ж, хорошо, что я захватил очки. Увидимся. Он меня не увидел. Похоже, это лифт. Это мой путь наружу. Я чую свежую плоть. Опять он. Время прятаться в шкафу. Выходи. Я должен контролировать сердцебиение, иначе он услышит у меня. Я просто медленно дойду до лифта. И... получилось! Я выжил здесь. Боже мой! Стоп, 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 стоп! Не сегодня! А вот и синий. Надо от него спрятаться. Ну, что это был за звук? Мне показалось, я что-то слышал. Он меня даже не заметил.
Попался. Ну да ладно. Давай поиграем в прятки. Я буду прятаться. Как два пальца. Не подглядывай. Где он может быть? Окей. Господи, как много дверей. О, черт. Ладно. Боже, что это было? Ладно, может, эта дверь нормальная. Попался. А? Он ведь прямо у меня за спиной. Вау! Стоит ли идти дальше? Наверное, до этого мне просто немного не везло, да ведь? Да ведь. Тук-тук. Святые макарошки! С каждой дверью становится все страшнее и страшнее. Соберись, игрок, ты справишься. Сезам, откройся. Я больше не хочу играть. Вау! Погодите, там еще дверь. О, нет, не уверен, что я смогу это сделать. Пожалуйста, синий, просто выходи уже. А? Окей, открою еще одно. Мне страшно. Давай, игрок, вперед! Пора быть мужчиной. Мать моя, женщина! Я не хочу больше играть. Прошу тебя, я сдаюсь. Синий, ты здесь? Ой, синий. Я был здесь все это время. А? Что здесь происходит? Что это за место? Он наконец очнулся. Боже. Все согласно плану, мисс. Остался последний шаг. Что они со мной сделают? Скоро он станет прежним. Я так хочу посмотреть, как он отреагирует. Окажешь честь? Пора. А? Что происходит? Странное чувство. Боже мой! Мисс, вам стоит это увидеть. А? Что? Что произошло? Я свободен? Мое лицо? Я словно заново родился. Наконец-то я свободен. Отличный результат. Все прошло великолепно. А, ненавижу свою внешность. О, могу есть это хоть весь день. Ням-ням-ням-ням. Трансформация почти закончена. Надеюсь, все пройдет хорошо. Вот его дело, мисс. А вот зелье. Это точно сработает. Это что, пирог? Как же я хотел поесть пирог! Вкуснотища! Он был обычным ребенком. Я объелся. Стойте, странное чувство. Что происходит? Человеческие руки? Мое тело? Меняется! Все точно по плану. Можем продолжать эксперимент. Посмотри на него, он такой симпатяга. Меня сейчас вырвет. Только посмотрите на мои волосы. Пора ему встретиться с синим. Я снова стал человеком. Оранжевый, это ты? Это и правда ты? Я так скучал. Раньше мне было так хорошо, не знаю, что произошло. Я скучаю по своему глазу, а? Синий? Но что происходит? Притворюсь, что он меня... Он вообще живой? Что у него с глазом? Он довольно смешной. О чем это он? Мой глаз. Соберу для него эти кубики. Он делает меня уникальным. И последний. А? Куда он делся? Как бы он со мной ничего не сделал. Вау, меня тут нет. А куда он исчез? Он же был прямо здесь. Это все из-за глаза, да? Ненавижу, ненавижу. Что он делает? Почему он снял его? Он уронил свой глаз пуговку? А? Картинки! Все над ним смеются. Так вот почему он его носит. О, это так грустно. Хочу, чтобы он улыбнулся. Кто здесь? Господи, ты меня напугал! Прости, я не хотел. Дайте подумать. Придумал! Эй, приятель, смотри, что я нарисовал. Для меня? Теперь он твой. Та-дам! Мне нравится. Смотри. Люблю тебя, дружище. Ты лучший. И я тебя люблю. Черный, ты меня поцелуешь? Да, моя любовь, давай поцелуемся. А?
Я так скучаю по маме и папе. Ох, детка, скоро ты воссоединишься со своей семьей. Сэр! Что за малышка? Пора! А теперь черед ребенка. Где же ты, мамочка? А? Что происходит? Волосы! Моя кожа! Это... Мое тело меняется! А? А! Экран? Посмотрите на меня! Я знала! А теперь... Что? А? Сынок? Сынок? Ты настоящий! Я скучала! Мы скучали! Видите? Я бываю Нет-нет! Просыпайся, игра! У меня есть для тебя задание. Сегодня ты должен собрать все потерянные кубики. С ними обожает играть одно чудесное существо. Ты должен собрать их все и построить башню для синего. Он будет так счастлив. О, окей, звучит не так уж сложно. Я сделаю это прямо... Не так уж сложно? Когда у синего пропадают кубики, он приходит в бешенство. Не может быть! Надо скорее их найти. Лучше мне поторопиться. Ауч. Так, вот и первый. Теперь надо найти остальные. Новый друг. Кто это сказал? Вау! Это ужасный синий! Отлично! Еще один. И наверху еще один. Теперь он мой. А вот и буква М. Странное место для кубика, выглядело как ловушка. Этот кубик сюда, а вот этот сюда. Этот вот тут, этот вот там. Ау! Наконец-то! Все кубики вместе. Отличная башня. О нет, одного не хватает. Нужно найти его раньше, чем синий. Чем синий найдет меня. О-оу, мне конец. Вау! А? Секундочку. Он мне кажется агрессивным. На самом деле, он выглядит довольно дружелюбно. Привет, синий, как дела? Приятно с тобой познакомиться, приятель. Кстати, спасибо, что ты меня не съел. Что ты делаешь с моими кубиками? А? Куда он делся? Он что, типа новый ежик Соник или... А, я понял. Он убежал, потому что я страшно выгляжу. О, не говори так, мистер Синий. Ты совсем не страшный. Спасибо. Игрок? Где ты был? Я забрался к тебе на спину. Хочу взглянуть на твою корону. Она шикарная. Ты выглядишь как новый правитель Англии, мой королевский друг. Ты правда считаешь меня не страшным? Спасибо, игрок! Ты такой очаровательный! Давай будем лучшими друзьями! Раз теперь я в безопасности, надо найти последний кубик. О, последний кубик? Я знаю, что ты ищешь. Это? Где он может? О, синий! Он у тебя! Миссия выполнена! Что тут происходит? И... Моя первая башня построена! Пока, детишки! Увидимся на следующей неделе! Нет! Это видео еще не закончилось! Не отключайтесь, что? Детишки! Потому что для тебя есть еще одно задание! Ты меня слушаешь, шпана? Теперь тебе нужно собрать упаковки с едой! Они разбросаны по всей карте! Ты должен немедленно их найти! Объедение! Как только ты их найдешь, ты должен засыпать их в кормушки! Они совсем опустели. Ты меня слушаешь, шпана? Вкусняшка. В смысле, сэр, да, есть, сэр, о, понял. Забыл предупредить тебя. Тебя будет преследовать зеленое чудовище. И ты говоришь мне об этом только сейчас? А? Он прямо у меня за спиной, не так ли? Зеленое чудовище! Я слышу здесь чужак! Мне конец! А? Что за... Я жив? Он вообще меня видит? Привет! Похоже, он слишком взволнован. Нужно это использовать и наполнить кормушки. О, боже! Пахнет офигенно! Я возьму один с собой.
Никому не говорите. Что ж, мистер Красный, это было проще простого. Не зазнавайся, пацан. Пора заняться следующей миссией. Окей, конечно, но... Сначала я должен кое-что сделать. А, привет, зеленый. Возьмите очки. Хаги надевал их для чтения. Может быть, они тебе помогут. Так, ну как тебе? Хм, ого! Это феноменально! Я теперь вижу! Я могу увидеть свое тело! И цвета! И все вокруг! А теперь, раз ко мне вернулось зрение, я тебя уничтожу! Нет, пожалуйста, я пытался тебе помочь! Ты заслужил! Пур-пур, нет! Мощные объятия! Друг мой, спасибо тебе! Ты спас мне жизнь! Я так счастлив видеть тебя! Что здесь происходит? Что? Он вылечил зеленого? И он со всеми подружился? Не то чтобы это было важно, конечно. Кому вообще нужны друзья? Хочешь тоже? Что? Конечно нет! Следующее задание. Из машины исчезли все лампочки. Ты должен их найти. Но будь осторожен. Здесь обитает монстр. Динозавр. Он очень быстр, голоден и одинок. Боже мой! Удачи, игрок! О, нет. Звучит пугающе. А? Секундочку. Это следы монстра! О-оу. Значит... О, он идет сюда! О, свежее мясо! Во имя Бритни Спирс! О, понятно. Я тебя съем. Все кончено! Я тебя съем! Моя жизнь подошла к концу! Приготовься! Мое последнее угощение в жизни. Не ешь меня, прошу! А? Что за... Он же как собачка. Так, ты не хочешь меня съесть? Ты хочешь это, верно? Да, да, пожалуйста, дай мне это печенье, дай мне печенье! Так ты очень сильно хочешь печенье. У меня есть для тебя предложение. Ты правда очень хочешь? Да, 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 пожалуйста, пожалуйста, они пожалуйста. Они останутся у меня. А? Почему? Но они будут твоими, если ты соберешь для меня все лампочки. Окей, хорошо, звучит справедливо. Сейчас сделаем. Окей, простой способ закончить работу. И вокруг не осталось ни одного монстра. О, что это было? Ты так уверен, игрок? Так, ну это было просто. Справился всего за 2 минуты. Я уже чувствую печенье. Эй, игрок! А? О, нет! Оранжевый, на помощь! Он хочет меня утащить! Господи, он в опасности! Не бойтесь, я вас спасу, я уже иду! Пожалуйста, скорее! Держитесь, 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 не волнуйтесь! А? Что? О боже мой, слишком поздно, они все на полу, моя прелесть, за что, за что? Не может этого быть. Вау! Мое печенье, я это так не оставлю. Господи Иисусе, что это было? Наконец-то я кого-то поймал. Эй, дружок, ты не поможешь мне с моей ногой? Я случайно попался в ловушку. Понимаешь, у меня был хороший день, я гулял. А потом забрался посмотреть вентиляцию. Но потом, когда я шел там, моя нога угодила в капкан. Это было так больно! А когда я попытался выбраться, кто-то запер выход. Такова моя печальная история. Прошу, не бросай меня. А? Что ты... Вот так. Теперь твоя нога наконец свободна. И мне больше не больно. Наконец-то. Все благодаря тебе, игрок. Не стоит. Мне приятно помочь. Вау! А? Прости, что рассыпал печенье оранжевый. Не волнуйся, у меня еще есть. Дай мне. О, я так голоден. Я так голоден. Ауч, больно. Огромное спасибо, игрок. Не за что.
Последняя лампочка. И миссия выполнена. Юху! Что? Да как это возможно? Я должен придумать действительно невыполнимую миссию. Но какую? О, у меня есть идея. Тебе стоит сосредоточиться, игрок. Сейчас я мрачу твое счастье. Я могу все, что угодно. А? Кто выключил свет? Мне страшно. Оу. Возьми фонарь. Кто-то выключил генератор. Твое следующее задание — найти все батарейки, чтобы включить свет. Звучит легко. Но погоди секунду. Ты это слышал? Чьи это глаза? О мой бог! Что это красный? Ну, я слышал об ужасных монстрах, скрывающихся во тьме. Но я не думал, что они существуют. Господи! Мы не можем им противостоять! О, нет! Не надо больше монстров! Это конец, игрок! Прощай, жестокий мир! Привет, ребята! Мы увидели, что свет пропал, поэтому мы решили найти все батарейки. А вы думали, что мы монстры? Монстры? Нет. Упс. Мы думали, что это один из тех жутких эпизодов с кучей монстров. Оставим их на следующий раз. Вы мои герои! Спасибо, что спасли нас! Конечно, мы с тобой, игрок. Ты выполнил все задания, мы должны это отметить. Ура! Пойдем! Они устроили для игрока вечеринку? Но... они никогда не устраивают их для меня! Окей, у вас есть кусочек торта? А? Синий? Ну, игрок, лучше говорить потише. Когда синий спит, то лучше не шуметь. Если вдруг он проснется, то он будет в ярости. Пойдем лучше в другое место. О нет, ребята, оставайтесь тут. Празднуйте прямо здесь. И никого не нужно будить! Кто меня разбудил? Этот тортик так аппетитно выглядит. Ай. О, синий, ты проснулся. Для меня организовали вечеринку. Хочешь кусочек торта? Мой торт! Что с тобой такое, синий? Синий? Спасайтесь! Да начнется вечеринка! Ты мне надоел, я тебя уничтожу! Ты меня пугаешь! Ты меня пугаешь! Ой, да ладно! Что это за звуки? Ты слишком сильно шумишь! Сначала я уничтожу тебя! Синий, остановись! Нет! Синий! Не делай этого! Умоляю! Заткнись! Это конец! Теперь точно! Только через мой труп, синий! Игрок, нет! Пожалуйста, нет! Не умирай, игрок! Используй это! Это зелье должно ему помочь! Если мы успеем, с ним все будет в порядке! Пожалуйста! Что произошло? А? Друзья? Но что вы... Игрок! Игрок! Ты очнулся! Да. Наверное. Ты жив, игрок! Прости, что ударил тебя! Ничего страшного, дружище. Красный? Игрок, ты спас мне жизнь! Спасибо тебе, друг мой! Ох, ребят, вы такие хорошие. Давайте сфотографируемся. Вот такое у меня было приключение с радужными друзьями. Это был довольно забавный опыт. Мне понравилось. А потом за мной зашел Хаги. Мы обнялись и попрощались с нашими новыми друзьями. В конце концов, все приключения когда-то заканчиваются. Но кто знает, может, когда-нибудь мы вернемся. Я уже скучаю.
Вы навсегда останетесь в моем сердце. До скорого!